Здравствуйте, уважаемые зрители. В парламенте Армении сейчас неспокойно. Каждый день какие-то новости. Постоянно кто-то с кем-то дерется. И вот последняя новость. Вчера произошла драка. Там целое побоище было. В общем, избили дошнаков, статья называется. В парламенте Армении снова драка. Избили дошнаков. В рабочем кабинете вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна произошла драка с участием членов правящей фракции «Гражданский договор» Аниксаняна, Армена Хачатряна и Грачи Акопяна, сообщают армянские СМИ. Отмечается, что страсти накалились во время срочного обсуждения на закрытом заседании Национального собрания о вопросе об армянских диверсантах. В частности, в ходе потасовки были избиты представители молодежного крыла армянской фракции Дашнак Цутун. И больше всего досталось Герасиму Варданяну. А, это Дашнак Цутун, которая выступает против Азербайджана, националисты ярые такие. Ну вот немножко посмотрите тут отрывок. Там вот начинают избивать уже их там, вон там. Заманили их туда, вон там бьют уже. Заманили их в кабинет специально, как бы пригласили обсудить и начали бить. И сейчас вот в армянских СМИ как раз «Спутник Армении» описывает, что там произошло. Драка в парламенте Армении между депутатами гражданского договора с помощниками парламентариев от блока «Эстан» произошла в кабинете, видите, в кабинет заманили так. И напали вице-спикер Рубена Рубиняна. Помощница вице-спикера от оппозиции Ишхана Сагателяна сообщила, что она направлялась к кабинету, когда услышала громкие звуки. Они вызвали наших ребят себе в комнату и избили там. Что происходит в парламенте Армении? Это уже власть дерется, представители, как избранные депутаты, и что они там начинают друг друга бить. Среди них я узнала Грачу Акопяна, Вагна Алексаняна и Сисак Габрилян тоже там стоял. Наших ребят били. В общем, вот такие новости бьют ребят в Армении в парламенте. Ну и вот Грапарак еще, газета такая в Армении сообщила. Там был Грачик, это толстый Ваган и гаишник Армен Хачатрян. Они напали на нас как гиены. Как гиена нападает, неожиданно. Газета «Грапарак» пишет, что вчера в парламенте депутаты фракции «Гражданский договор» избили помощников депутата фракции «Армения», представителя Дашняк Цутун. Ну и вот он пишет, они все фракции с ворой вместе со своими папами ничего не себя не представляют. Типа они на нас напали и избили. Здесь перевод очень плохой. Там был Грачик, толстый Ваган, гаишник Армен Хачатрян. Напали на нас как гиены. Мы получили ответ. Это все равно как пригласить человека в гости и напасть на него у себя дома. Это психология турка, пишут. А, они пишут, что так турки поступают. Или гиен. В общем, вот такие новости с парламента Армении. В общем, полный бардак у них там.